Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Кубка России и Чемпионата России. А уже на этой неделе наши две команды, которые пробились в 1/8 финала Лиги Европы, будут представлять Россию на этом европейском форуме. Естественно, будем болеть, переживать за Ростов и Краснодар. Итак, сегодня 45 минут мы посвящаем российскому футболу вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Евгением Ворониным и Иваном Маркеловым. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Футбольный сезон начался у нас в России. Первые матчи были сыграны в 1/4 финала Кубка России. Друзья мои, мы уже 158 миллионов раз говорили о том, что Кубок России не всем командам интересен. Ну, по крайней мере, вот так вот, да, если говорить по большому счету, да, и состав участников полуфинала тоже, в общем, такой достаточно интересный. Ну, а пока давайте вместе с вами, а также телезрителями, вспомним, как закончились матчи 1/4 финала Кубка России и были ли какие-то непредвиденные или там обстоятельства. Итак, Локомотив Тосно 1-0, Уфа Анжи 1-0, Рубин Сибирь 1-0 и Урал Краснодар 3-3 и по пенальти 4-3 Урал победил. Что можно сказать по Кубку России, Сереж? Первый вопрос. Ну, я, если надо, озвучу, да, еще раз. Нам отключили. Были какие-то результаты, которые удивили или заставили, в общем-то, изменить свое мнение, что кубок не нужен командам российской премьер-лиги? Да нет, кубок нужен. Но, конечно, ждали все победы, думали, что Краснодар легко пройдет. Урал, да? С Уралом он играл, потому что я не видно было, с кем играл. Так, и, ну, видишь, какой матч получился интересный, тем более получился как? Мы были как раз на передаче. Мы начали передачу, счет был 3-0. 3-0 перед началом, потом, когда вышли, узнали, что уже 3-3, а потом дома досматривали все это дело. Конечно, матч драматичный. Я думаю, что Краснодар-то хотел как раз победить. Хотел. Потому что ему действительно... Ему нужен титул. Да, и первый трофей. У него не было никогда никакого, вообще трофея не было. Вот, ему этот кубок был... Ну, хотя тяжело ему было, конечно. Получается, он играет и в европейских кубках, он играет и играл и на кубок, и чемпионат начался вот уже в выходные. Поэтому вот этот мне матч, конечно, запомнился. Остальные как-то вот я... Не очень. Ну, смотрите, кто участники четвертьфинала? Тосно, первая лига, да? Уфа, Анжи, команды, которые занимают в турнирной таблице, соответственно, где у нас даже, я найти не могу, последние места. Анжи 11-е, да. Урал у нас только на 12-м, Анжи на 11-м. То есть команды, в принципе, которые да никогда в жизни, может быть, и не ставят перед собой вот такую реальную, скажем так, задачу победить в Кубке России. Иван, кто, на твой взгляд, показал игру, которая, ну, реально достойна того, чтобы пройти? Хоть Краснодар, вот на мой взгляд, не прошел, но показал лучшую игру. Ну, почему лучшую игру? По-моему, тут как раз-таки лучшую игру показали соперники Краснодара. Потому что отыграться с 3-0 на чужом поле и еще выиграть... Нет, почему на своем? Ну, на своем оно псевдо было своим, но все-таки, да, было при большом скоплении именно краснодарских болельщиков. Поэтому лично по мне Урал отлично сыграл. И, наверное, показав тебе сам характер, может быть, один из претендентов. Хотя там, по-моему, если не ошибаюсь, Рубин остался. Рубин, да, он 1-0 выиграл у Сибири. Остался Рубин и осталась Уфа, которая первый раз выиграла, была первая победа в Кубке при Симаке. Получается, и в этом туре они выиграли. Ну, этот вопрос я уже хотел для Евгения подготовить. Ну, я опередил. Ну, ничего страшного. Жень, да, действительно, Симак является, хоть он и менял команды, в Рубине играл, и в Зените был тренером, все-таки... Я больше чем уверен, что многие болельщики ассоциируют Симака с ЦСКА. Да, конечно. Он долго, лет 10, наверное, был и капитаном команды, да? Да. Не меньше. Так все-таки Симак взял команду, впервые начал работать главным тренером сразу в премьер-лиге.
И вот такой результат, да? Обыграли команду, вышли в 1/2 финала, и первая победа у нас, забегая вперед, была одержана в премьер-лиге. Я рад очень за Сергея Богдановича, что вот у него на этом поприще, на тренерской, да, но он, во-первых, работал много. И с Гусом Хидингом, работал в «Зените» много, с другими тренерами, которые, скажем так, не самого последнего ранга. Вот, ну, дорос до тренера, но из Уфы к нам уже пришел тренер. То есть, если что, Симака можно позвать. Дорога из Уфы уже проложена. Проложена, совершенно верно. Я рад за Уфу, и вчера, естественно, я переживал за нее и болел, конкретно, естественно, за Сергея. Ну, игра порадовала. За Сергея Богдановича. Да. Теперь уже можно его и так порой называть. Ну что ж, давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями результаты жеребьевки, которые, и команды, которые встретятся в 1/2 финала Кубка России. Итак, «Локомотив» будет играть с «Уфой», опять-таки, да, и «Урал» будет играть с «Рубином». Можно попросить, чтобы нам вывели? Нет, не получится. Ну, к сожалению, технические неполадки, и у нас эфир не подключен. Спасибо большое. Я еще раз озвучу. «Локомотив» будет играть с «Уфой», и «Урал» будет играть с «Рубином». В принципе, пары распределились достаточно равные, да, в том плане, что 50-50. И «Локомотив», и «Рубин», как представители, да, ну, скажем так, более высокого класса. Первые восьмерки, там, десятки. Да, да, ну, неважно. По крайней мере, они все-таки чемпионами России были. Да, и Уфа-Урал – команды, которые могут преподнести сюрприз. Интересно будет наблюдать за этими матчами, Вань? Как конечно, ты думаешь? Ну, я думаю, интересно. Я бы тут, наверное, ставку поставил. Не знаю, конечно, по составу сейчас сильнее всех из них «Локомотив». Но «Локомотив» сейчас немножко вот после этого тура начал двигаться потихоньку. Даже не потихоньку, 3-0 он выиграл, и, в принципе, они могут добраться до зоны Еврокубков и в чемпионате, поэтому, мне кажется, тут более таким, ну, претендентом является «Рубин», которому все-таки до Еврокубков далеко именно в чемпионате, и он, мне кажется, поборется именно за звание чемпиона в Кубке и попытается выйти в Еврокубки в следующем году. Поэтому я бы поставил, честно, на «Рубин». На «Рубин». Нет, ну у нас, нет, я не могу не согласиться, потому что у нас две были команды, которые в основном в Кубке и боролись. Это были у нас, даже в европейских кубках, это был «Локомотив», который постоянно очки зарабатывал с начала 2000-х годов, да, и «Рубин» прекрасно зарекомендовал себя. Поэтому я думаю, что вот именно как раз вот эти две команды, ну, конечно, Уфу не хочется скидывать со счетов, но я думаю, что все-таки «Локомотив» и «Рубин» все-таки предпочтительнее выглядят в этих парах. Ну, посмотрим, как говорится, время покажет. Сереж, есть какие-то предпочтения в этом плане? За кого бы вот ты, ну, так, не то чтобы болел, но, по крайней мере, сопереживал? Ну, я, нет, сопереживал бы я за Урал. Мне понравилось, что у него есть характер, что вот он действительно играл в Краснодаре, хотя формально числился, как он должен был принимать на своем поле, но из-за этих погодных, видно, условий перенесли в Краснодар, и он в Краснодаре играл, и победил на выезде, можно сказать так. И победил именно. И состав-то у него уступал, естественно, Краснодару. Поэтому я поставлю на Урал. Ну, конечно, нельзя, с вами соглашусь, что нельзя сбрасывать со счетов, что «Локомотив» и «Рубин», и если посмотреть на турнирную таблицу, то им кубок-то, чтобы выйти в следующем году, в следующем сезоне играть в Еврокубках, конечно, им приоритет большой. Ну, будем надеяться, Да, по крайней мере, мотив, вот в предпочтении, да, ну, понятно, что, может быть, мы не сопереживаем, да, с этими командами, которые вышли в полуфинал, но, по крайней мере, уже на будущее, да, учитывая, как эти команды выступят и сколько очков они наберут в нашу копилочку, учитывая, что у нас сейчас есть все возможности, да, закрепиться на 6-м месте и представлять уже 3 команды. Кстати, Жень, тоже лиги... армейец же, да, бывший, тренирует Урал. Тарханов, да, конечно, конечно. Ну что ж, друзья мои, поговорили о Кубке, ну а теперь переходим, наверное, к самому вкусному. Действительно, в эти выходные стартовал, наверное, уж так нельзя сказать, но, по крайней мере, продолжился чемпионат России, 18-й тур. Было много интересных матчей, ну и давайте вспомним результаты тех
игр, которые состоялись. Итак, Томь Ростов, совершенно такой теннисный получился матч 0-6, Оренбург, Арсенал 3-0, ЦСКА, Зенит, унылые 0-0, Урал, Амкар 1-0, Крылья Советов, Локомотив 0-3, Краснодар, Спартак, наверное, самый интересный матч закончился в ничью 2-2, Терек, Уфа 0-1, и сейчас, пока идет наша программа, у нас играют Анжи и Рубин, у нас следим мы за этим матчем, каков итог? 0-0 после первого тайма. 0-0 после первого тайма, и вратарь Рубина Сергей Рыжиков отбил пенальти, назначенные ворота казанцев. Итак, друзья мои, давайте переходим к матчу. Наверное, надо было бы начать Краснодар-Спартак, но мы все-таки начнем по хронологии и обсудим матч ЦСКА-Зенит. И пускай этот матч закончился со счетом 0-0, как я уже сказал выше, была абсолютно унылая и, на мой взгляд, бездарная игра, что с одной стороны, что с другой стороны. Сейчас я прошу и вас, друзья мои, подключайтесь к нашей беседе, ну и Евгения Воронина, как болельщика ЦСКА. Согласится он со мной или нет? Что, даже согласен, что унылое? На самом деле, игра мне тоже не понравилась. Я был на стадионе, и болельщики, которые собрались в 27 тысяч человек на стадионе, оказались куда веселее, куда интереснее своим перформансом, чем сама игра. Наблюдать за трибунами было интереснее, чем сам наблюдать футбол, да, сам футбол. Да. Были, конечно, ну, было видно, что немножко, вот, по крайней мере, ЦСКА играет, ну, с осторожностью что-то. Наверное, я понимаю, что это первый официальный матч с новым главным тренером. А вот почему «Зенит» так сыграл, ну, не знаю, может быть, он опасался как раз нас, что мы можем по-другому сыграть. Мы в защите мы сыграли очень, мне понравилось, как в защите мы сыграли хорошо и очень здорово. В нападении, ну, вот в нападении нам как раз не хватило немножко... страсть, что ли. Вот. Я понял. Не, поэтому, наверное, и скучно было. Я понял. Если бы ты болел за Оренбург, Крылья Советов, Арсенал, Томь, команды, которые занимают последние места в турнирной таблице, и ты, как этот болельщик, можешь сказать, мы в обороне сыграли, мы не пропустили, стоп, да, не стоп, забили, стоп, подожди, но зато очечко свое мы получили. Подожди, мы играли с какой командой? С какой командой? С Оренбургом? И что? Ну и что? Это вообще-то вторая команда, напомню, которая что играли дома. Я вообще напомню, что дома, играли дома. Действующий чемпион. Играли против команды, которая третье место заняла. У нас новый тренер, поэтому у нас обкатываем модель еще надо. Друзья мои, давайте сделаем таким образом. Я сейчас отворачиваюсь от болельщика ЦСКА, потому что зрители, он отворачивается от болельщика ЦСКА. Конструктивный диалог у нас не получается. Почему? Потому что, ну, это понятно, объяснимо. Евгений болеет за ЦСКА, теперь мнение товарищей, которые, как говорится, абсолютно... будут чисты со стороны в своих комментариях. Вань, скажи, пожалуйста, удалось ли посмотреть матч ЦСКА-Зенит? Ну, я его на самом деле так... И на какой минуте ты уснул? Да, отрывками смотрел. Ну, да, конечно, печально, когда играет команда из первой тройки, и первый единственный, там единственный, по-моему, Жень, да, был? Или на 72-й минуте. Первый, да, удар в створ ворот. И единственный. Не считая штангу, конечно, да? Не считаю штангу. Но я просто перед началом матча смотрел обзор, превью к матчу, и выступал Карпин. Мне просто интересно было понаблюдать, потому что он показал модель, как действовала ЦСКА в предсезонке. Точно такой же, и на самом деле меня, честно, порадовала игра в обороне. Если в прошлом сезоне, ну вот в Преслуцком все равно был какой-то разнобой, а здесь полузащита очень отлично взаимодействует с защитой, то есть вот эти две линии, конечно, они, честно говоря, это не похоже на атакующий футбол, потому что впереди там всего два человека, а все остальные вот прям вот очень насыщенный центр и оборона из пяти человек. Там пять, какая схема? 5-3-2, да. Причем она вот эти 5-3-2, они большую часть проставят именно на своей. Я даже скажу больше, это была схема 9-2. Ну, что-то да, может это быть была похоже. Схема 9-2.
Ну, и, я все еще отвернут пока. И я при понял. Этом, ну вот, что мне не понравилось, например, в отличие от Спартака, Спартак очень сильно прессинговал. Здесь же вот при этой схеме, наоборот, должен был быть прессинг. А я его не наблюдал как-то, ЦСКА все-таки больше в обороне, может быть, поэтому и скучно получилось так. Да, я больше чем уверен, что именно поэтому. Сергей. Но оборону, говорю, порадовало. Не, ну я плюсик один для ЦСКА, то, что при Гинере новый тренер не проигрывает первый матч. Матч, да? Это да. Вот не проиграл Гончаренко, да, это то, что я тоже симпатизирую этому тренеру, я думаю, что у него большое будущее. Вот. И по игре согласен с Иваном, конечно, да, до 72-й минуты мы ждали ударов, мы ждали, конечно, был ажиотаж, был полный стадион, вот Женя был, да, не даст соврать. Первый аншлаг. Аншлаг, да, но вот это первый, вот какая-то второй. Вот, как будто, знаешь, вот бокс, да, вот первый раунд, значит, вышли два боксера молодых, и вот бегают вокруг друга, бегают. Но хотя, если брать статистику, то «Зенит»-то, конечно, у него по культуре пасса он был лучше, потому что, ну, там, видно, может быть, игроки более такие техничные были на поле. Ну, оборона порадовала. То есть, действительно, ЦСКА может похвастаться тем, что действительно не пропустили. Кстати, Акинфеев догнал Льва Ивановича нашего по сухим матчам. В вот. Чемпионатах. В чемпионатах. И видно обгонь, потому что Лев Иванович уже, Царство Небесное, уже не сможет противостоять. Вот, так что, вот... Я тогда обращаюсь к вам. Есть ли смысл сейчас мне задавать еще вопросы болельщикам? Конечно. Если какой-то конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Что строит новый главный тренер? Ты говоришь, это первая игра, мы об этом говорили. Что хочет построить главный тренер с ЦСКА? Меньше всех пропустить в чемпионате. Нет, мне как показалось, все-таки вот эта игра в три защитника, нет. Я тебе хочу сказать, что когда вот я смотрел на поле, наблюдал, из телевизора такое не можно увидеть, да, когда в телевизор смотришь, там узко все это смотрится. А на стадионе ты видишь всю широту поля и видишь, как играют игроки. Я смотрел схему правильно. Я смотрел, кто как играет, кто мог играть на этой позиции, кто не мог на этой позиции играть. Допустим, я, может быть, вместо Ионова поставил того же Тошича. Или Тошича, допустим, ему дал бы функции плеймейкера под нападающим. Почему нет? Он играет справа, но сейчас справа при такой схеме играет Марио Фернандес. Тоже очень хороший игрок. Один из моих любимых игроков сейчас в составе. Ну, ЦСКА. Хорошо, дальше. Вот. И я посмотрел, насколько мобильна схема передвижения вот, игроков. То есть они двигаются все в атаку и все в защиту. Вот это движение такое, бромовское, наверное, да? Вот это вот ну, видно было. Ну, не бромовское, но на большей степени, наверное, хаотичное. Хаотичное движение, оно туда-сюда. Но вот видно было, что вся команда атакует, вся команда обороняется. Но это, я говорю, что это может быть в будущем. Что Гончаренко хочет привить ЦСКА? Играть на ноль? Нет, конечно. Давай, побеждать. Да все уже отказались. Да, Сергей, ты болельщик итальянского футбола. Да, вот в Италии скажу. Сейчас да. перестали в Италии перестали. Играть. Ну, все равно, в это... Клубы, которые находятся ниже восьмерки, они все равно играют от обороны. Ниже восьмерки, естественно. Ну, естественно. ЦСКА, я думаю, Гончаренко именно с этого и начал. Как говорят, строится всегда от печки. Да, вратарь мы не берем, естественно, это номер один у нас в стране. И вот, пожалуйста, у обороны появился Васин, да, ну, мы увидели, Женя, ты видел на посезонке, там, как Васин играл? Да, мы конечно. Не видели, мы посмотрели, сейчас появился Васин. Кстати, Васин очень мне понравился. Да, мне тоже понравился, согласен с тобой. Но не знал, что делать с мячом, когда ему пас отдают. А это другой разговор. Да что делать, развернулся в обратку. А это я уже говорил, вот оно, пожалуйста, почему у Зенита лучше было. Потому что первый пас идет от защитника, а он идет быстрее. А у ЦСКА немножко с этим была проблема. Но давайте вспомним, ЦСКА прошлогодний, да, там тоже с первым пасом это тоже было, как ты знаешь. Не сказать, что там Березуцкий. Ну, почему? Игнашевич. Игнашевич иногда был, у него выходил. И сборный да, тоже был да. у него там, да, я согласен. Но тоже какие-то разовые такие моменты. А не сказать, а вспомни, как начинает игру ЦСКА. Вот сейчас, если позвонит нас болельщик, нас пожилой, наш любимый ЦСКА, он скажет, что ЦСКА всегда, как и Женя может согласиться, не знаю, конечно, он, может, покритикует меня, но ЦСКА действительно начинал там от Акинфеева, Акинфеев, Березуцкий, Акинфееву. Ты сам говорил, что сколько там пасов делал ЦСКА на да. своей половине? Березуцкий, прежде чем там набирали 78 да, за игру. Ну, здесь это вот такого не сказать, что это было точно так же. Я думаю, что игра немножко изменилась. Да, вот действительно строит оборону от обороны, а дальше будет, как говорится, толкаться от печки, будет смотреть, что дальше впереди делать. Потому что, тем более, видишь, они взяли уже и в нападение там ребят подобрали.
Почему, на ваш взгляд, Гончаренко не выпустил Чалова? Вот я нет, вот тоже хотел. Хотя бы на последние на когда? Какие минуты? Мы играли без одного игрока. Какие минуты? О чем ты говоришь, Олег? Не требовали? Спиной швырнулся ко мне. До 70-й минуты. Почему не выпустили? Удалили игрока на какой минуте? На какой? На где-то в районе 70-й. В районе 70-й. А замены... Не знаю почему. 50-й можно было уже менять. Нет, Чалов видно, что уже все не справляется... Аланары? Не, я бы наоборот, может быть, выпустил, потому что я посмотрел предсезонку, да, я, может быть, выпустил как раз не Чалова, а Джамалетдинова выпустил. Но молодой парень, очень перспективный, боец, борется на каждом участке, вот мяч получает, тоже, он нападающий, да, и вот очень мне понравился. Ну что ж, посмотрим. Почему не выпустили? Следующая игра у ЦСКА с Томью. Там можно экспериментировать. Там можно экспериментировать, там и Вербл мне нужен будет. И мы посмотрим, насколько Гончаренко изменит тактику. Будет ли он играть в те же три центральных защитника, и кто будет играть в нападении. Но я тебе хочу сказать, что мне удалось немножко пообщаться с Виктором Михайловичем уже на пресс-конференции мы с ним пообщались уже после. И мне, как он показал, в отличие от Леонида Викторовича, да, он такой, скажем так, строгий такой человек. Он вроде бы общается такой, да. По мне. Ну, конечно. Вот. Он показывал. Как узнал, что он сразу сказал тебе: Евгений, готовься к передаче. Готовься, да, готовься. Все статистические выкладки. Ладно, давайте, наверное, закончим ЦСКА «Зенит». Игру обсуждать нет никакой возможности, потому что ни та, ни другая команда игры какой-то не показала. Готовили мы крылья советов «Локомотив» в надежде на то, что болельщик «Локомотива» придет, и мы с ним обсудим, учитывая, что и была победа в Кубке России, и в чемпионате крылья советов обыграли, пускай и на нейтральном поле, но все равно на чужом. Но давайте, раз уж нет болельщика «Локомотива», ну, если кто и захочет, мы, естественно, обсудим. А мы переходим, наверное, к центральному, теперь уже вне всяких сомнений, уже после результата, после просмотренной игры, я больше чем уверен, что это был центральный матч тура. Краснодар-Спартак. 2-2. Еще раз напоминаем, как сыграли эти команды. Иван, как говорится, в первых словах своего выступления хочу поздравить всех болельщиков «Спартака». Карьера действительно создал команду. Команду, которая борется, команду, которая может, на мой взгляд, выполнить задачи, которые перед ним ставит руководство. Ну и игра, как футбол, как игра, меня «Спартак» очень и очень радует. На твой взгляд, что все-таки сделал «Карьера» со своим «Спартаком»? Именно со своим «Спартаком». Со своим? Ну вот знаешь, я посмотрел в предсезонке два последних матча. С норвежцами. Да. А, нет, еще и с «Рубином», вру. Три, получается. Ну, которые проиграли 4-2. Честно, тогда было грустно. Там, понятное дело, что там менялись составы, но было грустно. Да, и что непонятно, что он делает в этой предсезонке. И все уже... Поднапряглись, да, так поднапряглись, немножко. Да, и начали хранить, что Ловчев, что товарищ Бубнов, они уже тогда сказали, что у «Спартака» что-то не пойдет. Потому что и когда вышел вот этот «Спартак», который постоянно впрессинговал, который постоянно рвался в атаку, ну, мне было очень приятно. Потому что, ну, понятное дело, первый мяч забили со штрафного, ну, красиво. А все остальные моменты, это Адриано меня очень порадовал. Я не ожидал, что все-таки, ну, предсезонка, а здесь, и тем более сразу с таким соперником, что... Так и гол забьет, и будет хорошо бороться за мяч. Конечно, в некоторых моментах не порадовало, что он пытался постоянно корпусом, но не доводил до логического конца. А в принципе, связка, которая получается, Адриано за Луиш, и там ее можно теперь и менять, потому что Промес появится. Промес, да, Промес появится, кого он уберет из состава? Я не знаю. Скорее всего, Самедова. Возможно. Скорее всего. Я другого не вижу варианта. Но если у них там... по легионерам? По легионерам, да, там нормально да, будет. Опять же. Нет, у них нормально. У них Ребров, у них Камбаров, у них Ещенко, Кутепов. Да, Глушаков. У них они проходят нормально. Значит, смотрите. Общаясь после матча со спартаковским болельщиком, он сетовал на то, что...
мяч забили с пенальти, и мяч Краснодар, да, и мяч забили, да, в свои ворота. На что, в общем-то, я тоже могу возразить, что Спартак забил, по большому счету, с левого штрафного, там не было нарушения правил, потом на повторе все это можно было видеть, и с абсолютно глупого обреза обороны, когда позволили выйти один на один. Поэтому считать о том, что Спартак переиграл Краснодар в том плане, что они заслужили свою победу, а Краснодар не заслужил, потому что, да, но стандарт был у той, и у другой команды. Я считаю, Спартак... И ошибка обороны была добавлю. И у той, и у другой Спартак, команды. Спартак, я считаю, что сам упустил победу. Спартак, да, смотрелся немножко посильнее, я так скажу честно, в моментах. По собранней, да, вот у него как-то было действительно команда. Почетче играл, да. Проблемы были, потому что у Краснодара мы видели и в ходе встречи, и до этого у них это, в лазарете там игроки есть. Да. А здесь, вот я не понял, 88-я минута, да, они где-то минут 7-8 не выпускают вообще Краснодара из своей зоны, атакуют, тут получает травму кто-то из спартаковцев, там легионер. Глушаков, по-моему. Не, легионер. Мельгареха. Ну, кто-то лежал. А, Мельгареха, да. С головой-то у него там заматывали голову. И после этого Спартак начинает пинать мячик и доигрывать. Да. Я удивился, думаю, елки-палки, еще 7 минут играть, вам добавили 5, и до этого 2 было. Ну давайте, ребят, дожимайте. Они, я понял сразу, все, будет ничья. А вот смотри, какая история, да, во-первых, ушел Глушаков, человек, который умеет... я просто в том плане, что ушел Глушаков, человек, который умеет раздавать, умеет видит поле и так далее. А выпустили Мельгареха, да, человек наконечник. А у них и так было наконечников. Зелуиш, Андриано, плюс выпустили Мельгареха. А, ну, мы все в штрафной. Давайте на мяч, мы готовы забивать. Снаряды некому подносить. А снаряды-то кто будет? Давайте у Ивана спросим, туда. И максимум, кто мог заменить Глушакова? Кутепов, и то он не уходил, потому что в большей степени Камбаров по левой бровке. Нет, есть Спартака. Здесь Ещенко уходил по правой бровке. Спартака есть такой игрок, который может заменить? Кого? Глушакову, да, когда ушел. Мне кажется, нет, все-таки Глушаков это больше не распасовщик, это чернорабочий, потому что для этого есть все-таки Фернандо, который раздает пасы и начинает все атаки. Поэтому плохо, что слева есть Камбаров, справа есть Ещенко. А вот если Камбаров с горем пополам умеет давать передачи, то Ещенко, конечно, я посмотрел, очень много глупых и непонятных навесов, которые летели вообще Камбаров мимо, тоже. Да. Он, конечно, тянет за счет своей физической выносливости, но в плане техники у него, конечно, честно говоря, он меня расстраивает с каждым матчем. Да, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, при Карпине, до этого был тренер, да, мог ли Кутепов играть в основном в составе Спартака? Тот же Кутепов, я вот говорю. Мне кажется, что нет. Парню оказали доверие, и он реально расцвел. Еще Оленичев его выпускать уже начал. При Карпине подпускать, не был, да. Конечно. Ну, это вот хорошая практика в наших клубах. Васин, Кутепов появляется. Вот нужно потихонечку, полигонечку, и вот они оправдывают все. А я еще в прошлом году говорил, что два слабых звена в обороне Спартака — это действительно Ещенко и Камбаров. Камбаров не игрок Спартака. Это не уровень, уровень совершенно Спартака. Совершенно согласен. И Ещенко тоже. Кстати, гол из-за Ещенко. Видел, как он выбивал? Выбивал. Это все-таки понятно, что это случайность. Я согласен. Но так бросаться... А если бы там штрафной был? Мог бы либо штрафной, либо он, видишь, как он сделал, отдал. То есть он и в «Динамо» так же играл. Я говорю, немножко у него с головой так... Согласен. А теперь обращусь я в сторону Евгения, болельщика ЦСКА, и вопрос про «Спартак». Сейчас будет барабанная дробь. А что барабанная дробь? Итак, не кажется ли тебе, что ЦСКА в этом году сложит в себя полномочия чемпиона страны? Пока... А «Спартак» впервые за последние 15 лет поднимет над головой Кубок чемпионов страны. Ну, от этого самого последнего, как раз, и не хотелось бы. Я не думаю, что... Нет, ну, то, что мы, может быть, вторые. «Спартак», выражаясь, идет на полном ходу. Что хочешь услышать? Что ты хочешь от меня услышать? Из его уст он сказал, «Спартак» будет чемпионом. Да, вот хорошо, что он динамовский болельщик все-таки... вот. Зачем ты ему подсказываешь-то? Я потом выложил бы на армейский резон. Я не в жизни скажу, что... Уже никогда такого не скажешь. Жень, ну скажи. Хорошо, тебе самому. Давай вот так вот. Тебе самому понравилась игра «Спартака»? Да, нет, не только «Спартака», матч «Краснодар-Спартак» не понравился. Конечно. Больше, никак чем... я не могу его... Да, мне матч Краснодар-Спартак понравился больше, чем ЦСКА-Зенит.
Это есть такое. Хорошо. Скажи тогда, Краснодар потерял, приобрел 2 очка или Спартак потерял все-таки 2? ЦСКА потерял 2 очка. Вот что я могу сказать. Краснодар доигрывал. Уже в десятером. Ну, тоже в десятером доигрывал. Да. Ну, я не знаю, равная встреча была, я думаю. Ну, по опасным моментам все-таки у Спартака больше. Матч получился интересный, красивый, быстрый. Прям вот зрелищный, как европейский. Да, как европейский матч. Дыхание, обычно такой. Вот смотрите, друзья, мы перед началом говорили о том, что какая была атмосфера, да, на стадионе в Краснодаре. Евгений, надо съездить туда. Обязательно. Один из единственных стадионов, где не удалось тебе побывать. Да, наверное. Вот, поэтому рекомендую съездить туда, посмотреть. Мы только открыли. Да. И ЦСКА играл на своем новеньком стадиончике, и Краснодар на своем новеньком стадиончике. Аншлаги. А игра разная. Игра разная. Вот почему-то. Не помогло. А, Жень, еще вопрос. Можно немножко вернемся на предыдущую тему? Зенитовцы многие, Зюба, ты слышал, да, там и тренер сказал, что там якобы газон был плохой, ЦСКА, какой-то песок, там песок сыпался, ты был да. рядом, ты что расскажешь нам? Да мне такой плохой. Мне показалось, что это не было. Как называется территория, где стадион построен? Песчаный. Все объясняется. Слава богу, что летают там. Вот если бы мы играли в Лужниках, газон был нормальный. Там лужа была. Я вот хотел надо у Женьки спросить, говорю, как бы. Не, на самом деле, я на самом поле, естественно, не выходил. Визуально. А то, что вот визуально было от меня там буквально метров 10, мне показалось, что газон чуть ли не идеален. Да, были какие-то проплешины. А вот по самой траве, да нормально хорошая трава была. Ну, я же не говорю, друзья мои, ну, учитывая, что март месяц. Ну да, я не знаю, зачем так писать, потому что они там... Нет, это об этом говорил и тренер «Зенита», и игроки «Зенита». Одинаковые газоны, считаю, для всех. А играли по ней там лет 10 назад на глине. Это да. Итак, вопрос, который я хотел вынести в... как сказать, вопрос для наших телезрителей. Кто сможет остановить «Спартак» в борьбе за чемпионство? У меня есть Вань. Ответ есть. Нет, ну, я как и говорил... Команды с нижней турнирной таблицы. Нет, я как последние говорил, 4. В предыдущих программах, где я был, что тут все возможно, потому что 5 очков, это все-таки, я считаю, не разрыв такой большой, которого бы нельзя было бы сократить. Вот в этом-то, если бы, допустим, в этом туре «Спартак» бы выиграл, да, было бы уже сложнее. Сейчас 5 очков, это 2 победы, 2 поражения «Спартака», все может быть, да. Поэтому, опять же... А ты больше играешь с ЦСКА? Да, еще с... Ну, ему играть и с ЦСКА, и с «Локомотивом», «Локомотивом», и с «Зенитом». Да, поэтому я опять же говорю, что... Этот чемпионат, он один из самых интересных, да, там может быть... Ну, когда «Спартак» на первом месте, конечно, он один из самых интересных. Когда «Спартак» борется за 5-6 места, конечно, неинтересен. Ну, да, посмотри в таблицу, посмотри разрыв. На самом деле, даже и снизу могут подтянуться. Могут подтянуться, да. Если... Анжи может подтянуться, Той может подтянуться. Да нет, он имеет в виду из пятой, да. Краснодар может подтянуться. Уже естественно подтянется. Терек навряд ли. Ну, Терек, да, сейчас что-то уже после сезона. Краснодар Терек. Но за, извини, Терек даже за 3-4 нет, успокоится. Нет, вряд ли. Да, вряд ли. Ну, ребята, ну, Локомотив, давайте быть реалистами. Локомотив, да, что он, Локомотив поднимется повыше, чем... Я думаю, Терек, да. К пятому месту максимум поднимется, да, Локомотив. Да, да, да. Давайте зона уже, скажем так, определена. Это ЦСКА, Зенит, Спартак и Краснодар. Да, ну за первую тройку, да, эти команды. Я ЦСКА назвал первым, конечно. Конечно. Сразу согласился. Ну, правильно. Да, по вопросу. Задал вопрос, кто остановит «Спартак». Я считаю, что «Спартак» могут остановить, только сам «Спартак» может остановить своей игрой. Если он так продолжит играть, вот я говорил, что на той прошлой передаче, давайте посмотрим первую игру, потому что мы гадали, как будет «Спартак» выглядеть, в какой футбол он будет играть, в такой же, как до перерыва, или в иной какой-то. Но посмотрели, что действительно Каррера сохранил настрой, сохранил боеспособность команды, и команда вышла, действительно билась. И первые 15 минут меня вообще ошеломили. Они очень хорошо сыграли. И оказалось, что вот в интервью под трибунами, там кто-то из игроков «Спартака» давал, он сказал, что нам установка была такая, давайте 15 минут вообще не дадим им вздохнуть. Потому что он знал, Каррера, что команда «Краснодар» играла перед этим в кубках.
она не в лучшей физической форме, да. И вот именно вот этот первый натиск, а потом уже, ну, мы увидели, да, либо из-за того, что действительно команда уставшая, начали получать травмы игроки, либо действительно такой бой был сильный, что... Бой — это напряжение. Напряжение, да. Любое напряжение — это физическая нагрузка, естественно, на мышцы. Я скажу честно, как зрители, вот я как нейтральный зритель, я получил огромное удовольствие. И вот мы с Женей, когда шли на передачу, он меня спросил про матч ЦСКА «Зенит». Я говорю: Женя, если бы я не смотрел, говорю, этот матч «Спартак-Краснодар», я бы сказал, ну да, боевая ничья, так, ну, более-менее интересно. Но когда я посмотрел уже «Краснодар-Спартак», то, конечно, матч, который состоялся на песчанке, конечно, это уже... А можно я вам всем задам вопрос? Не хватало Ари Краснодару? Нет. По этой игре, наверное, нет. Когда Смолов ушел, понятно. Мне кажется, не хватало. И плюс они Вандерсона поменяли. Ой, не Вандерсона, а... Зато Ари хватило где? В Локомотиве. Это я к тому, что под Смоловым кто-то должен играть. А вот сейчас у них все-таки нет такого игрока, который бы мог бы либо за Смолова, либо под Смоловым играть. Хорошего шведа взяли, а все остальные, ну, не то. Я бы зашел классного шведа взять. Такой вот вопрос, скажите. Очень часто во время трансляции показывали и Федуна, и Олег Первого. Галицкого тоже. Ну, Галицкий, понятно, он на своем стадионе, да. А тут приехал Федун. Приехал Олег Перов, да, то есть люди, которые возглавляют одну из компаний, которые спонсируют «Спартак». Ни на что это, как на ваш взгляд, нет подозрений? Ну, ребята тоже захотели поприсутствовать на одном из... На хорошем стадионе, да. Они тоже его пробивают. Они тоже выезд пробивают. Первый матч весны, да, весеннее, это продолжение чемпионата. Это раз. Второе, я думаю, что они не были до этого на стадионе. Я тоже так думаю. Одна из причин была, они хотели посмотреть. Видно, и Галицких пригласил я. Сравнить со своей. Даже актер вот в кухне-то играет. Данила Козловский. Нет, Козловский, он болел против вас. За Краснодар, да, он. Ну, Козловский. Данил Козловский, да. Козловский, он родился в Москве, а прожил всю жизнь практически в Питере, поэтому он болел за Краснодар, да. Нет, я в том плане, что не кажется ли вам, что сейчас Федун убедил не только Кареру, не только Спартак, как такового всех игроков, но и людей, которые, ну, в какой-то степени, может быть, тоже дают определенную финансовую подпитку, что, ребята, в этом сезоне... Если мы не возьмем золото, я не знаю, я напишу... И сегодня как раз вот, Олег, в продолжение твоих слов прошла информация, что... Написал, что ли? Подпишут они Каррера, еще в два раза повысят ему... Зарплату? Зарплату, да. Если он возьмет чемпионство? Нет, просто сейчас вот идет информация. Подпишут, нет, и все играют. Мне кажется, сейчас Федун готов вложиться в команду. Даже не то, что вложиться в команду покупкой игроков, хотя он это сделал и достаточно зимой-то хорошо. Кто лучше всех? Да, но сработает. Вложиться в премиальные. Может быть. И очень хорошо вложиться в премиальный, потому что за последние 15 лет, я вот не помню, честно говоря, чтобы настолько «Спартак» мог претендовать на золотые медали. Но играют не премиальные, хочу тебе сказать. Да, играют не премиальные. Ну, результат это, скажем так, премьера. Команда, да, подобрана. Нет, Ростов, ты посмотри, без премиальных обились и чуть ли не стали чемпионами. Скамейка-то какая у «Спартака»? Нет, а при когда... Ну, в конце мы проиграли просто чемпионство. Ну, кому вы проиграли за 5 туров до конца? Они там. Я только хотел сказать, что вот мысль у меня пошла, что говорю, надо посмотреть, как будет раскладываться турнирная ситуация тура за 5 до конца, потому что вот тура за 5 у «Спартака» будет, «Арсенал», «Крылья Советов», «Оренбург». Это хорошо, это все замечательно. Я тебе просто говорю, что чисто психологическое состояние, это будет очень тяжело, потому что команда будет... А в 30-м туре вы с «Арсеналом» играют. Да не важно, как бы, я тебе говорю, что уже, если будет наступать на пятки и ЦСКА, и «Зенит», я думаю, что вот здесь вот должна вот важная роль играть психологический момент команды. Да, дублеры Томска могут обыграть «Спартак». Спокойно. Да? Да. Почему бы и нет? 16 человек. Боже мой, Евгений! Я верю в Томск! Ну, я тебе потом анекдот расскажу про это. Мы все в это верим. Давайте, чтобы мы немножко подвели итог вышесказанному. Краснодар-Спартак. Мне хочется видеть именно такой футбол. Не как Евгений
пришел на стадион и смотрит схемы, как кто куда передвигается. Да, да. А мне смотреть... же что-то на, здесь я скажу честно, передаче. Я выходил подышать свежим воздухом в матче ЦСКА «Зенит» только в перерыве. Когда же играл Краснодар-Спартак, я ты бросил курить. В три раза чаще выходил подышать воздухом, Евгений, а не то, что, о чем вы говорите. Нет, там интересный момент, я просто тоже смотрел, и получилось, матч начался, я смотрю первый тайм, и вдруг смотрю, идет 45-я минута, елки-палки, думаю, вроде только начали. Получается, как завораживает футбол, вот именно этот искрометный, что действительно и трибуны, и ни на минуту не останавливаются, там контратака, атака на атаку, там борьба идет, травмы, карточки, ну в общем, ну все, что можно для болельщиков, прям... Первое блюдо. Согласен. Поэтому действительно даже в весенней, пускай части чемпионата, но хочется наблюдать футбол, а не его подобие. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась после 18 туров. Таких кардинальных не произошло. Спартак набрал 41 очко, идет по своему чемпионскому графику. 41 очко после 18 игр. Что-то слово Спартак и чемпион и Спартак тебе как-то часто по своему чемпионскому графику 2001 года. А, 15-летнему, так скажи. Ну, конечно. «Зенит» 36, да, как уже говорили, 5 очков отставания. «ЦСКА» 33 и «Краснодар» команда, которая поднялась на одну ступеньку повыше, сыграв в ничью, а «Терек» проиграл. В принципе, «Восьмерка», как мне кажется, еще будет меняться. И «Локомотив», и «Рубин», скорее всего, да, подойдут поближе к лидерам, и тогда уже будет, как говорится, смотреть, что из этого получится. Ну и нижняя часть турнирной таблицы, ее возглавляет «Локомотив». Возглавляет «Локомотив», но я думаю, они тоже подтянутся, учитывая, что им до «Краснодара», который занимает четвертую строчку, совершенно всего лишь три очка. Очка, и «Локомотив» да, вполне возможен. Учитывая, что «Локомотиву» и со «Спартаком» еще играть дома, это будет интересно. Ну и нижняя часть турнирной таблицы, с ней, в принципе, все понятно. Да, эти команды... Хотя, эти команды... я тебя перебью, там же будут переходные матчи еще, а там я как представитель ФНЛ... Ну что, «Крылья Советов» в Оренбурге сыграют переходные матчи. Там Енисей Тихоновский неплохо, вот он идет там на четвертом месте, но я думаю, он войдет в четвертый. И будет в переходных участвовать. Ну, что ж, пожалуйста. Он может и войти, да. Хотя уже первый, кто зайдет, определены. Там, в принципе, кроме Тосно и Динамо, больше никто не хочет. Там. Да. Потому что разница большая. Там 13 очков и 10 туров нам осталось играть. Я вот посмотрел. И, в принципе, Динамо будет из этих 10 туров где-то 5 или 6 матчей играть дома. Нет, то, что «Динамо» выходит в Премьер-лигу, это не обсуждается. Ну, это понятно. Потому да. что «Динамо», я не скажу, ну, вот, на порядок выше. Знаешь, что всех обидно, остальных? Олег? Вот я смотрю, играют сейчас команду, да, Томь, там, вот Анжи обескровили, да, там еще. Да, вот, да, вот, да. Думаю, блин, я играл в «Динамо». То... И стадион хороший, и вроде игроки хорошие. Но, стадион хороший у кого? Ну, пока «Химки». Более-менее. Ну, ты посмотрел. Я уже думал, неужели я за эти выходные пропустил новости, что «Динамо» открыли стадион. Мы очень, приезжал там. Вот что матч «Краснодар-Спартак» делает, что я думал, что... Ну, обязательно поедем, обязательно. Ну что ж, давайте, буквально остается полторы минуты. Давайте еще раз посмотрим, потому что в этот четверг, 9 марта, сразу после Международного женского дня, о чем, я думаю, мужчины успеем поздравить, посмотрим еще раз, с кем будут играть наши команды. Итак, Краснодар будет играть у нас с «Сельтой». «Сельты» на выезде 9 марта. Ну и «Ростов» дома с «Манчестер Юнайтед». Говорят, уже билетов нет. Ну, конечно. Все конечно. Раскуплено. «Ростов» ждет англичан. Да. И, кстати, интересная еще информация поступила, что болельщикам «Манчестера» попросили не надевать атрибутику и ходить по 10 человек, да. чтобы их не обидели болельщики «Ростова». Я уверен, что этого не будет. 8 числа «Динамо» играет с «Спартаком» Нальчиком. Да, опять-таки, это дерби. Если кто-то там не будет справлять, то приглашаем на стадион.
Договорились. Итак, друзья мои, следующая передача выйдет во вторник, 14 марта. Мы поговорим о результатах, которые будут, естественно, первые игры в Лиге Европы и 19-й тур. Что будет в нем интересного? Краснодар играет с Локомотивом, ну а остальные команды играют с аутсайдерами. Но, по крайней мере, будет интересно, как они справятся с ними и добьются ли, возьмут свои 3 очка. Ну а сейчас, друзья мои, поздравления нашим милым, замечательным женщинам с наступающим 8 марта. Сергей. Поздравляем, мы вас очень любим. Да-да-да. Иван. Поздравляю с 8 марта, желаю оставаться такими нежными, красивыми, заботливыми и добрыми. Отлично. Они уже сказали, вот только любви могу пожелать, добра вам. И отпускайте нас на футбол. Да. Ну что ж, как говорится, присоединяюсь. И действительно, будьте всегда самыми лучшими. Всего доброго и до следующего вторника. Пока. До свидания.